成了相思，冥冥之中梦里共煮三千尺，纷纷细雨迟，彼岸花又湿，浪迹了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始提及的每个字，都是执手握你的样子。从今往后你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现与即逝，又盛开的字绚烂了曾经化作诗。几百成年天能赐，都像一生死，任由光阴白发丝，卷有人生年离枝。Что ты делаешь так таинственно? Не разговаривай. Закрой глаза. Иди прямо. Теперь налево. У меня глаза чешутся. Нет, нет. Я же сказал не открывать. Ты так напугана. Расслабься. Просто обычная прогулка. Нет. Тебе нужно, чтобы я тебя обнял? Попробуй. Ну же. Да, именно так. Ну как? Теперь ты уже не боишься. Давай сыграем во что-нибудь интересное. Пошли. Нет, Фудзяюнь, ты что, с ума сошел? Так высоко, что если мы упадем? Ты просто хочешь, чтобы я держал тебя в своих объятиях? Да нет же! Не отрицай это. Высоко. Дядя, не могли бы вы помочь мне запустить фонарь? Хорошо. Сюаньчжу. Ваше королевское высочество. Сюань. Согласно протоколу... Цзэчэн. Госпожа Цюхуа. После праздника среди ночи... Мы говорим о вас двоих. О нас? Входи. Это имеет значение для всей страны. В прошлом, приветствуя Бога и воздвигая скрижали, их принимал сам император. И императрица помогала ему. Сейчас мы просто восстанавливаем страну. Мы
должны быть более осторожны с церемонией. Церемония жертвоприношения — это большое событие. Но я всего лишь номинальная принцесса. Я не принцесса Яньян. Боюсь, что это неуместно. Моя дорогая принцесса, среди всех людей Ли в горах Сяньсю, кто может быть благороднее тебя? Мы приносим жертву Богу номинально, чтобы следовать провидению. На самом деле, мы просто хотим успокоить сердца людей. Вы единственная принцесса Ли. И 10 000 людей Ли беспокоятся о вас. Это разумно и законно. Неужели? Согласно протоколу, император и императрица проводят церемонию в присутствии наследного принца и наследной принцессы. Но теперь... Предок оставил после себя некий регламент. Мы можем иметь доверенное лицо. Но, принцесса, вы же не замужем. Я не знаю, согласитесь ли вы... Министр, не ходите вокруг да около. По всей горе Сяньсю нет никого более подходящего, чем Цзычен. Это все равно, что прокатиться на облаке. Тебе нравится? Смотри туда. Яркая звезда. Если хочешь, я могу принести тебе немного. Значит, звезды не самые яркие на небе. Это твоя лампа. Я думаю, что твои глаза самые яркие. Сяобай. Господин Цзюнь, кто-то высосал духовную силу ребенка. Что? Я думаю, что Цзычен и принцесса должны посетить людей. Сделать это вместе. Да. Это предопределено для Цзычен и Сюаньчжу. Это самое лучшее. Я счастлив помочь принцессе провести церемонию жертвоприношения. Принцесса! Принцесса! Принцесса, ваша светлость! В деревне есть демоны! Они нападают на наших людей! Вы должны пойти и посмотреть. Хорошо. Пойдемте. Идем. Это она! Сяохуа! 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 Хо, просыпайся! Ее духовная сила была высосана. Чуань, отойди в сторону. Сяохуа! Просыпается. Кто же это сделал? Так хочется поглотить духовную силу. Кто еще это мог быть? Горный учитель! Чуань, позаботься о Хуа. Мы с Баем скоро вернемся. Хорошо. Пойдем. Все в порядке. Пойдем. Бежим, чудовище! Помогите! Не отставай, поторопись! Не отставай! Все, уходите! Уходите! Спускайтесь! Идем! Быстрее, бежим! Уходите! Малыш, ты в порядке? Уходи. 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 У нас есть короткий путь. Все идите туда. Идите. Идите.
Будь осторожна! Сюанчжу! Ты в порядке? Сюанчжу! Ты в порядке? Все хорошо. А ты не ранен? Все нормально. Люди ли ушли? Откуда берутся эти монстры? Сяобай, защити людей. Я пойду за ним. Пойдем. Паника, да? Злой, да? Думаете, что можете оскорбить мою гору? Жалкие людишки. Сегодня я дам вам почувствовать разрушение Родины. Я думал, ты потерял всю свою силу. Но ты все равно можешь развести огонь. Зачем это делать? Дзяюнь, ты тоже бессмертный. Как ты можешь терпеть унижение от смертных? Я думал, что ты жадный, но добрый змей. Я не ожидал, что ты причинишь вред ребенку из-за своего эгоизма. Сегодня я должен устранить тебя. Нет, не убивай меня! Отпусти! Я открою тебе секрет! Ты ведь ищешь камень Цинын, верно? Я знаю, где он. И где же? Кратер на крайнем севере. Звучит знакомо, правда? Я не сказал тебе об этом по веским причинам. Во-первых, мне нужно, чтобы ты и духовные лампы были рядом со мной. Во-вторых, я беспокоился за тебя. Я боялся, что ты умрешь. Я убью тебя, если узнаю, что это ложь. Я стал таким. Думаешь, я лгу тебе? Подумай об этом хорошенько. Странная текстура. Ты искал сокровище, которое растет в экстремальных погодных условиях и может поглотить все силы в трех царствах. Кроме кратера, верно? Дзяюнь, теперь я начинаю понимать. Будь мы учителем и учеником или друзьями, я должен был тебе это сказать. Дзяюнь. Дзяюнь, поверь мне, если ты не пойдешь искать камень Цинын, однажды король демонов Нанман найдет тебя. Он найдет эту девушку и гору Сянцю, и также ее людей Ли. До тех пор ты думаешь, что твой коготь все еще может работать? Бессмертный Гуан Рен был настолько мощным, но не смог поймать его, верно? Ты больше не можешь тянуть время. Убийство короля демонов – последнее желание моего учителя. Я немедленно отправлюсь в путь, но я буду охранять этих людей Ли. Не смей к ним прикоснуться. Я обещаю. Я спущусь вниз по склону горы и закроюсь там. Я больше не хочу на горе Сянцю. Потуши огонь. Дзяюнь, это твоя судьба. Даже если я не сказал бы тебе, ты все равно не сможешь избежать этого. Thank you.
Учитель, почему ты плачешь? Итак, ты ведь знаешь, что я сожгу тебя сегодня. Вы подарили мне эту жизнь. Я буду гореть так, как хотите вы. Ты хочешь съесть красного карпа, желтого, цветного или зеленого? Хочу съесть осла. Осел? Просто жить обычной жизнью. И с кем же? С тобой. Твои глаза ярче всего смотрятся в небе. Кто тебе сказал, что я хочу плакать? Ты ему застилал мне глаза. Позволь мне продуть твои глаза. Нет. Духовная лампа исчезла. Я ничего не могу сделать. Все нормально. Однажды король демонов Нанман найдет тебя. Он найдет эту девушку, фигуру Сянсю. Ты вернулся. С тобой все в порядке? Да. Ты утверждаешь, что бессмертен. У тебя еще есть проблемы, которые ты хочешь рассказать? Почему? Ты не можешь мне сказать? Нет. Но я всегда думаю что-то странное. Я знаю. Это не потому, что я поцеловала тебя в небе, верно? Это все еще ошеломлен, верно? Бабочки в животе. Сердце бьется быстро, верно? Сердце бьется быстро. Нелепо. Ладно, Чуань. Иди. Отдохни немного. Мэйшан хочет со мной выпить. Ладно, иди. Подожди меня. Теперь духовная лампа находится у меня. После того, как я устраню Фудзиюня, никто не сможет меня остановить. И я буду править тремя королевствами. Кратер? Это не твое дело. Нет. Тут есть подвох. Кратер на крайнем севере. Я не могу его найти. И не Янь. Возможно, там находится камень Цинын. Как бы то ни было, я думаю, что учитель прав. Это моя судьба. И я не могу сбежать. Ты не можешь убежать. Ты можешь спрятаться, правильно? И ты не один такой. Кто хочет убить короля демонов Нанмана, ты можешь подождать. Я могу подождать, а она нет. Нанман рано или поздно придет. Значит, ты твердо решил идти. Значит, ты можешь пойти туда вот так. Я действительно сомневаюсь, что ты сможешь вернуться. Я не могу, я... Нет. Я не так компетентен, как ты. Сейчас это дело срочное. Боюсь, что это мой единственный шанс. Я должен все проверить. Хватит, иди сюда. Будь счастлив.
Это прощальный вечер. Ты так старался помешать ей найти духовную лампу, чтобы у нее не было кровной связи. Теперь ты будешь рисковать своей жизнью ради нее. Ты умрешь за нее. Возможно, все будет именно так, как ты сказал. Когда я впервые встретил ее, я изменил ее судьбу. Я должен быть ответственным за это. Давай. Я пойду с тобой. Ты? Ты пойдешь со мной? Ладно, хватит болтать. Я не буду смотреть, как ты умираешь в одиночестве. Но нам не обязательно уходить сегодня вечером. Мне нужно кое-что купить для тебя. После того, как ты войдешь в вулкан, я не позволю тебе так легко умереть. Спасибо. Пожалуйста. Выпей одну чашу в наказание. Эй, нам нужно поторопиться. Нам еще многое предстоит сделать. Нам нужно закончить как можно скорее. Мастер, это нормально? Да, хорошо. Хорошо. Цинчуань, не забудь взять вот это. Не забывай об этом. Отлично. Почему ты здесь? Я здесь, чтобы увидеть, как мой повар станет плотником. У нас кончаются дрова, так что я пришла за дровами и стараюсь им помочь. Фудзи Йонь, ты же здесь. Могу ли я что-нибудь сделать для тебя? Скажи. Цинчуань, мне нужна твоя помощь. Да, иду. Я поговорю с тобой позже. Чуань. Цзюнь. Сяо Бай. Тебе что, нечего мне сказать? Ты ведь здесь, чтобы попрощаться с ней, верно? Это нормально, что ты ничего не хочешь ей говорить. Но почему ты мне ничего не говоришь? Я не мог заснуть прошлой ночью, ты знаешь? Хорошо. Цзюнь, возьми меня с собой. Ты же знаешь, что тебе туда нельзя. Но ты все еще беспокоишься обо мне. Ты... Ты уже вырос. Оставайся здесь. Позаботься о ней как следует. Так что я не буду волноваться за нее, хорошо? Но... Ладно. Оставь меня. И вытри слезы. А где же цепь? Цепь? Вот. Просто положи его сюда.
Сюаньчжу, принцесса, мне очень жаль. Он такой скользкий. Все нормально. Все нормально. Все в порядке, ты можешь вернуться к работе. Сюаньчжу, ты в порядке? В порядке. Ты не можешь встать. Кто сказал, что не могу встать? Я могу. Достаточно. Пойдем. Ну же. Что ты делаешь? Поставь меня на землю. Я отнесу принцессу залечить рану, а вы продолжайте работать. Хорошо. Поранилась вчера вечером, и ты никому ничего не сказала. Собиралась терпеть? Верно. Сюаньчжу, ты набрала вес. Неужели? Шучу. Боялся, что ты не умеешь говорить. Мой отец уже назначил дату церемонии, 25 числа. Ремесленники не торопятся, потому что родовые таблички должны занять некоторое время. И мы прорыли нижнюю часть русла реки. Пролив идет очень гладко. Школьные здания уже достроены. Возможно, сейчас у детей идут занятия. Ты несешь меня, чтобы доложить о проделанной работе? Я имею в виду, не устали ли люди завершать все меньше, чем за один месяц? Нет. Не надо так сильно давить на себя передо мной. Не забывай об этом. Я всегда буду стоять у тебя за спиной. Иди. Цзычен! Цзычен! Иди! Нет! Я хочу, чтобы он заплатил за это. Цзычен, в тот день ты... Что? Ничего. Дай посмотреть. У тебя идет кровь. Подожди. Больно? Цзычен, ты действительно хочешь присутствовать на церемонии вместе со мной? Да. Ты ведь пообещала, ты из-за их давления, верно? Нет. Ты действительно хочешь присутствовать на церемонии жертвоприношения вместе со мной? Этот платок такой короткий. Нам нужно сходить к доктору. Давай, обними меня за плечи. Просто положи его сюда. Госпожа, посмотрите. Некоторые из них мягкие, а некоторые грубые. Грубые с тонкой текстурой называются твердой древесиной. Нам нужно, чтобы порезы оставались твердыми, ровными и острыми. Это самое главное в нашем деле. Принцесса. Я зашла и хотела посмотреть на ваш процесс. Принцесса, все приборы уже готовы. Нам нужно только сделать несколько надписей. Почему ты здесь? Госпожа Цинь очень мила. Она здесь, чтобы помочь мне. Также она хочет научиться резьбе по дереву. Нам нужно приготовить ужин. Мне нужно идти прямо сейчас, если больше ничего нет, принцесса. Что ж, ты так хорошо знаешь свои обязанности. Я знаю свои обязанности. Отлично, обязанности. Когда я принцесса, вижу гражданское лицо. Кто так хорошо выполняет свой долг? Мне нужно вознаградить тебя за это. Мастер, вы закончили надпись принцессы Яньян? Принцесса, еще нет. Предоставьте это ей. Я хочу посмотреть, сможешь ли ты взять на себя ответственность за это?
Я думаю, что мы должны предоставить это профессиональному мастеру. Я боюсь, что мои скудные навыки помешают этому. Ты очень скромна. Я боюсь только быть принцессой. Ты имеешь право на все. Дайте это ей. Госпожа. Сделай это хорошо. Для покойной принцессы Янь-Ян. Цинчуань. Чуань. Почему ты так неосторожна? Все в порядке, небольшая травма. Кстати, что ты пытался сказать утром? Ничего. Я только что потерял свое зеркало. Я хочу одолжить твое бронзовое зеркало. У тебя ведь есть Бай, верно? Сяо Бай? Бай — это детектор демонов. Он не будет показывать мою великолепную внешность. Наглая физиономия. Поэтому я никому ничего не сказал. Во всяком случае, мне оно не нужно. Возьми. Но это сокровище Ли. Ты должен хорошо его хранить. Ты не можешь его потерять. Не переживай. Оставь себе. Я буду хранить его до последней минуты. А? Ничего. Позволь мне помочь тебе. Нет, я могу сделать это сама. Что случилось? Если хочешь, можешь снова заснуть. Мне хочется спать, но я не могу пошевелиться. Потом ты... Тело говорит правду, а ты отрицаешь ее. Я должен принять это. Иди. 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 Хорошо. Фудзи Юнь, что ты делаешь? Я уже не та, что была раньше. Я больше не боюсь тебя. Ты меня не боишься? Поэтому я хочу посмотреть, как ты будешь вести себя со мной позже. Давай. Иди сюда. Я действительно хочу остаться с тобой вот так. Ты можешь оставаться со мной все это время.
Все готово? Пойдем. Сяобай, а где Фудзяёнь? Он ушел. Ушел? Когда он ушел? Когда вернется? Когда он вернется? Жаль, что я не могу этого знать. Что случилось? Ничего. Ему нужно кое-что сделать. Он просил меня позаботиться о тебе. Значит, он... Будьте осторожны. Спасибо. Давайте. Положите яблоки на алтарь. Барабан вот сюда. Поставьте стол прямо перед алтарем. Здесь, хорошо. Принцесса, церемония начнется примерно через 2 часа. Где Цзэчэн? Он находится на пути к дворцу, чтобы контролировать персонал. Хорошо. Тебе не следует этого делать. Сюаньчжоу это знает, и она должна это понять. Лин начинает все сначала. Мы должны все делать правильно. Ну и что теперь? От горы Сянсю до праздника середины осени, до самой церемонии? Ты хочешь от всего уклониться? Уклоняюсь я или нет? Все люди помнят только... табличку принцессы. Ты не скрижаль в моем сердце. Сейчас ты стоишь передо мной. Ты помнишь принцессу Яньян? Даже находясь в горах Сянсю, ты все еще используешь благовоние. Ты всегда придерживаешься собственных принципов. Ты не будешь удовлетворена счастьем обычного человека. А она знает, что только ты можешь восстановить Ли. Только ты. В твоем сердце она единственная принцесса. Пойдемте на церемонию. Сан-Чен,为一念成缘,终不舍与你话离别。
这凡事的。